Снежные горы размером с одноэтажный дом и выше выросли в Ленске, как грибы после дождя. Местами они ограничивают обзор водителям и пешеходам. Но неудобства продлятся недолго. До конца февраля дорожники вывезут снег. С начала года коммунальщики убрали с дорог в два раза больше запланированных объемов – почти 12 тысяч кубометров снега. Такой объем за раз могут вывести 600 самосвалов. Автопарк ленских коммунальщиков скромнее, поэтому уборку снежных гор с обочин растянули на 2 месяца. Сейчас мы перешли на дневное обслуживание города, да, из-за низких температур. В ночную мы выйти физически, техника минус 45-40 не выходит, да, перешли в дневную. Убедительная просьба для всех автомобилистов и пешеходов соблюдать правила ПДД, да, временные дорожные знаки, предупреждающие и запрещающие движение. Примерно с 12 февраля, как потеплеет, подрядчик снова выйдет в ночные смены. Днем будут работать 5 единиц техники, ночью 20. Пока коммунальщики чистят дороги в центре города, затем будут убирать снег в частном секторе и микрорайонах. Юлия Сундукова, Алексей Снин, медиакомпания «Алмазный край».